вот он, король штормов. А точнее, его демоническое представление. Здесь есть подсказка. Чтобы бросить вызов буре, нужен меч, который способен рассечь облака. Да, можно, конечно, париться здесь, убивая этих скатов и короля штормов луком, либо магией. Но есть более простой способ. Для этого вам нужно для начала облегчиться. Ну, то есть скинуть с себя лишний вес. Чтобы взять один уникальный меч. Который лежит в центре этих камней, где, похоже, и проводили ритуалы. Такой местный Стоунхендж. Здесь также есть ящерки, которые, кстати, мне тоже очень нужны, так как они дают обломки камня лунной тени. Здесь их целых две. Вот этот меч. И если у вас будет мало места, если вы будете перегружены, то вы не сможете вытащить этот меч. Можно взять его в две руки. Можно и в одну. И таким вот образом теперь можно спокойно убивать всех этих статуй. Главное теперь попасть. Ну, можно встать немножко повыше. Да, пока я колдовал, получил несколько стрел в лоб. Ну, такое бывает. Но ничего страшного, меч у нас в руках. Босс, можно сказать, тут рядом. И да, это место является самым жирным местом для фарма душ, потому что за каждого убитого ската дают 1500. А убивать этим мечом их, ну, как видите, не так уж сложно. Главное вовремя уклоняться от кристальных стрел. Ну, в принципе, не уклоняться, просто лечиться. Играет эпичная оркестровая музыка. Кто играл в Demon's Souls, тот знает, что этот меч там тоже есть. И мы его там тоже используем, чтобы убить короля Йорма. Целился в одного, а попал совершенно в других. После того, как мы проредим стаю этих скатов, к нам снизойдет сам король штормов. Делает заход. Нужно полечиться. Возможно, поставить щит. Не знаю, спасет ли он нас. Сейчас будет залп самонаводящими ракетами. И когда он так снижается, проводим несколько атак. Мешают. С них сыпятся осколки облачных камней. О-о-о. Я зря не полечился.
кругом гром и молнии. Он как-то хочет умирать. Ну, можно прятаться, по идее, за камнем. Получаем аж 40 тысяч душ. И очередной обелиск. Чистый облачный камень и душа штормового демона. Да, я умирал, и ящерки опять появились. Так, давайте почитаем «Повелитель штормов». Легендарный меч с зазубренным клинком, названный в честь того, кто усмиряет и подчиняет бури. Говорят, в древности народ теней разрезал этим оружием грозовые облака. Со временем меч был забыт и утратил былое могущество, но и того, что осталось, достаточно, чтобы расправиться с ордой врагов. Пробудить его силу, разрывающую небеса, можно в лесу монолитов, где упокоены души предков. Да, как раз вот в этой локации, лесу монолитов, этот меч и может разрывать небеса. И, по идее, чтобы более надежно убивать этих ящерок, можно пользоваться магией. Достаточно подбежать к ним вплотную и кастануть огненный шторм. Чистый камень лунотеня. Какой подарок. Так, кстати, я в человеческой форме, поэтому желательно бы не умереть. Потому что мне нужна чистая тенденция в этом мире. Кругом души великих героев. Мои несчастные души. Здесь еще что-то внизу лежит. Обломок облачного камня. Так, можно тут забраться. Нет? Придется обходить. Ладно, не сорваться вниз. Это будет фиаско. Здесь где-то, по-моему, еще был камень бесплотный глаз. Либо я уже его взял. А нет, вон он лежит. Да, ну и в принципе все. Больше здесь ничего особо интересного нет. Давайте сначала избавимся от физической оболочки. После прохождения четвертого мира появится новый диалог NPC. Да, у лоскутика постепенно появляются новые товары. Например, липкую белую слизь теперь можно у него купить. Наделяет магическими свойствами оружие в правой руке. Продукт жизнедеятельности слизня, живущего в светящейся волшебной воде. По сути, да, это экскременты. И кольцо кошки. Простое кольцо с выгравленной на нем кошкой. Это кольцо снижает урон от падения, но не стоит ждать, что оно спасет владельца от гибели, если тот свалится с большой высоты. А всем известное кольцо. I implore you to stay away from Yurt, the assassin in black. И теперь нам еще и лоскутик про Юрта говорит. Лучше держаться от него подальше. Так, дело.
И нам, по сути, ничего не остается, как за этот билд качать магию хотя бы до 40. Ну и параллельно можно еще подкачивать жизненную силу. Ну я остановлюсь пока на 30. Можно также еще и прокачать интеллекта до 30. Тогда у нас уже будет 5 ячеек и 200 маны. А на 200 маны за одну строку можно кастануть уже 2 огненных шторма, не прибегая к использованию пряностей. Но все-таки сила магии, наверное, сейчас в данный момент более приоритетна. I plan to bequeath all my possessions to Saint Urbane. My grandfather's articles may contain more miracle stone shards like the one he gave me, but they'd only be wasted in my hands. Saint Urbane can hear the voice of God through them. Oh, I can hardly believe it. В общем, она дала свой камень Стумурбейну, теперь она нам уже отдать его не сможет. Но ничего страшного, нет в этом камне ничего такого сверхъестественного. В данном случае для нас так точно. Мы не качаем веру. О, это ты снова? У тебя есть еще предложения? We must defeat the demons, annul the curse of Boletaria, and purge the magicians who manipulate those accursed souls. Old Frake and the Candle Maiden are no exception. То есть он намекает на то, что их нужно прикончить. I certainly cannot force, but you must remember. Может мне прикончить тебя, Святой Урбейн? Давайте посмотрим, чему мы можем обучиться за счет души штормового демона. Чудо души демонического короля штормов создает вокруг чудотворца поле, блокирующее любую магию. Кстати, я забыл прочитать последний обелиск в четвертом мире. Ничего нового не говорит. Том все проклинает Астрею. Так, давайте прочитаем четвертый обелиск. Лес монолитов. Обелиск демона, известного как Король Штормов. Возможно, этот крылатый демон, напоминающий огромного ската, воплощение мыслей и чувств народа теней, который поклонялся ему много веков назад. То есть, по сути, этот скат, Король Штормов, некое воплощение мыслей и чувств народа теней. Возможно, они верили, что именно так этот Король Штормов и должен был выглядеть в виде огромного летающего по небу ската. Пойду убьюсь. И теперь можно, ничего не боясь, пойти и пофармить на ящерках нужные нам камни. Ну, и на ящерках бесконечно, конечно, камни фармить не получится. Так, не понял. Куда делось тело? Почему она ничего не дала? Попробуем еще разок. Огромный плюс Demon's Souls, то, что когда вы используете обелиск, то вы становитесь неуязвимым. Да, и здесь также можно хорошо фармить души. Да, не всегда магия попадает. Ну, в принципе, у нас уже, по-моему, хватает обломков, чтобы апгрейдить наш фальшион до плюс 5. Там больше опять будет загвоздка, наверное, в самых простых камнях. Но самые простые камни продает Блайдж. Ящерки еще есть. По крайней мере, одна ящерка. В принципе, можно использовать уже меч. Обломок. Давайте поставим повелитель штормов. И немножко подфармим души.
сожалению, у меня пока нет никаких, по-моему, предметов, которые увеличивают фарм душ. Для этого мне нужно идти в Латрию. В принципе, даже и без них фармится вполне неплохо. Так, ладно, еще не сдохну здесь. Осколки облачных камней. Тоже с них сыпется постоянно. Ладно, нам достаточно. И давайте сбегаем теперь в кузницу. Посмотрим, чего нам не хватает. Улучшить оружие. Фальшвон полумесяц. А, у нас он уже плюс 3. Так, для того, чтобы увеличить до плюс 4. Нужны осколки. Как я и говорил, у нас их 4. Нужно 6 для 4 уровня. И, по-моему, тоже 6 обычных осколков до 5. То есть нам не хватает 6 плюс 2. 8 маленьких камней. Ну, в принципе, это небольшая проблема. Можно сходить купить. Он все еще тусуется здесь. Жаль, что он не перемещается, конечно, в Nexus. И камни у него стоят, да, по 3000, как обычно. То есть нам нужно их 8 штук. Мне хватает пока только на 5. Немножко недофармил. Еще нужно 3, то есть где-то 10 тысяч душ. Может, что-нибудь съесть, допустим, малую душу огненной чуши, которую мы получили из-за алого дракона. Из нее все равно сделать ничего нельзя, поэтому можно ее просто использовать и получить за нее 10 тысяч душ. Возвращаемся обратно в кузню. Ладно, починим оружие заодно. Итак, смотрим. Теперь нам не хватает душ, да что ж такое-то. Чуть больше 1000 нам нужно на один, и на второй, наверное, примерно столько же. Ладно, используем душу великого героя. 4000. Хорошо, он плюс 4, и да, 6 осколков. Чистый камень лунной тени у нас есть, и обломков у нас тоже предостаточно. Даже более чем. Ну, мы получаем фальшивом полмесяца плюс 5. Для мага этот фальшон вообще must-have, так как его урон еще и скелится от силы магии. Также, держа его в руках, будет постоянно очки маны у вас восстанавливаться. И да, ребята, я же совсем забыл. Мы забыли исследовать часть локации 4.2. Я ее решил оставить на потом, после того, как убью босса, но подзабыл. Источник священных вод. В которых обитает множество слизней. Похоже, им эта среда обитания очень нравится. Либо они и есть источник этих священных так называемых вод. Да, эти шары, они опасны. Можно сказать, такие шаровые молнии. Да, именно они являются источниками липкой белой слизи. Ну, описание ее уже мы читали. Здесь можно видеть какие-то грибы. И они как будто бы дышат. Так, эти источники как бы разделены на 3 зоны. То есть вот это первая зона. Здесь вот вторая, самая большая. С
Сами слизни из себя не представляют какой-либо угрозы. Единственное, что когда их очень много, они могут не слабо так подзажать. О, ты еще жив, что ли? Куда мне столько слизи? Также еще не дают и светящиеся крупицы. Так, я здесь уже всех перебил. О-оу. Здесь спрятаны пара интересных предметов. Вау! Бабах! Фух, выжил. И вот как раз здесь они лежат. Это катана, которая называется Безэфесная. Название этой утикатаны говорит само за себя. Клинок на ощупь слегка влажен. Настоящее произведение искусства, созданное именитым кузнецом из далекой страны. Обращаться с ней невероятно сложно. Держать ее приходится прямо за заточенный клинок, отчего ее владелец сам страдает от ран. Кольцо Ронина, кольцо из соломенного жгута, замедляющее износ оружия. Это созданное необычным образом кольцо из далекой страны, кузнецы которого славятся уникальной техникой ковки оружия. Ну, в основном это нужно для тех, кто как раз ходит с катанами. Катаны, как известно, прочностью не блещут. Так, и нужно теперь отсюда выбраться. Здесь еще что-то лежит. Обломок камня лунной тени. Ну, в сути, нам уже эти камни лунной тени не нужны. Еще одно тело я тут не собрал. Но больше здесь ничего ценного нет, поэтому можно со спокойной совестью отсюда сваливать. Ну что ж, мы закончили с четвертым миром. И если посмотреть по тенденциям, то у нас чисто белая тенденция в обелиске подземного короля и в обелиске теневого народа. К сожалению, в обелиске алчного короля я себе тенденцию попортил, убив палача Миральбу. Надо было это делать в последнюю очередь. Но ничего страшного, у нас там еще будет возможность повысить тенденцию обелиска алчного короля до самой светлой. А нужно это еще будет для того, чтобы собрать монеты, при помощи которых можно получить ключ, который откроет нам доступ к броне пенетратора. Но, к сожалению, при одном прохождении можно добыть максимум 13 монет. А для того, чтобы получить этот ключ, нужно 26 монет. Поэтому нужно будет проходить игру как минимум 2 раза, чтобы получить этот ключ. И чтобы найти эти керамические монеты, нужно выполнить 2 условия. Это добиться либо чисто белой, либо чисто черной тенденции. А также вам нужно сделать подношение вот к этой статуе, 25 тысяч душ, и сломать этот мир. То есть отзеркалить его. У меня сейчас нет 25 душ. У меня есть 2 варианта, либо сходить подфармить, либо воспользоваться запасом своих душ. Зря я, наверное, это делаю. Но мне просто лень идти фармить. Так, даже перебор. И теперь мы можем искупить грехи. Нужно для того, что если вы вдруг кого-то ударили из своих NPC, то можете подойти и искупить свои грехи. Первый раз это делается бесплатно.
Второй раз уже это будет стоить в зависимости от вашего уровня. В данный момент мне это будет стоить 30 тысяч душ. Также за деньги здесь можно изменить внешность своего персонажа. Эдакая пластическая хирургия в Demon's Souls. А также сделать расколотый мир. Вы хотите войти в расколотый мир? Да. И после этих действий весь мир Demon's Souls становится отзеркаленным. И это реально может вам сломать мозг. Особенно если вы очень много играли в Demon's Souls, и вам же все настолько привычно, то после того, как вы перейдете в отзеркаленный мир, первое время ваш мозг откажется воспринимать, что здесь вообще, мать его, происходит. После этого идем в мир 4.1. При чистой белой тенденции здесь нас ожидает один NPC. Так, стоп. Щит. Он нам хочет кое-что предложить. Очередной азиат, любитель катан. Подобного мы уже встречали в серии Dark Souls. Он ищет меч Макото. У нас пока нет этого меча. Я вам уже примерно показывал, где его можно получить. Он был там, в пещере, куда Лоскутик скинул Урбейна, но чтобы его взять, нужно было сначала добиться самой чистой тенденции мира. Да, после отзеркаливания все становится таким непривычным. И нам нужно пробраться в камеру, где был заперт расхититель гробниц. Ловушки. Скрытая стена. Ничего не подозревающий скелет. Да, с таким фальшионом можно складывать скелетов с одного удара. И вот эта темница. Мародер отсюда, кстати, пропадает, в отличие от грязного мужчины во второй локации. И первая наша монета находится здесь, в этом ящике. Керамическая монета. Это нововведение в ремастер, в оригинале, конечно же, этих монет не было. Дешевая монета из сухой глины. Раздавите ее, чтобы восстановить чуть-чуть очков здоровья. Эта монета очень хрупкая и ломкая, а от былого блеска, как и какой-либо ценности, не осталось следа. Разработчики всячески пытались запутать игроков, не объясняя, как эту монету вообще можно использовать. Вращаемся в Nexus. И теперь нам нужен мир 4.2, ритуальная тропа. Так, можно было уже, в принципе, вернуть мир Demon's Souls в нормальное состояние. Нет, зеркаленное. Так, давайте пока мы у Блайджа купим у него пряности. Они у него стоят всего лишь по 300. Штук 20 раз закупим. На стене. Уже, в принципе, никого не убивать. Быстро пробежать вниз
И вот как раз то самое место. И как можно видеть, тело, которое раньше лежало вот здесь, вот на этом камне, упало вниз. И здесь мы находим Макото. Волшебный меч Макото. Легенды о проклятой катане, названной в честь великана Макото из далеких земель, известны с древности. Клинок испещрен зазубринами, которые впиваются в плоть, оставляя незаживающие раны. Говорят, проклятое оружие вроде Макото пожирает сущность владельца и вытягивает из него тепло. Несмотря на это, сотни воинов стремятся завладеть Макото, прельщенные его могуществом. Я не могу полноценно использовать этот меч, но если его взять, то да, наша жизнь будет постепенно уменьшаться. Так вот у него мувсет. Эвакуируемся отсюда. Так, и давайте уже вернемся как было. Так, более привычней. И теперь нам нужно вернуться опять в локацию 4.1. Теперь мы нашли меч Макото. И теперь у вас будет дилемма либо отдать его, либо оставить себе. И если вы хотите получить трофей, то нужно отдать этот меч. Но ничего страшного. Вот дадите вы его, и либо не отдадите, он на вас все равно нападет. И если вы хотите получить трофей, то его нужно отдать. Как можно видеть, да, он держит меч, у него отнимается потихонечку жизнь. В физической форме его убить не стали никакого труда. Да, он пытался съесть травы, но не успел. И можно теперь забрать у него обратно свой меч Макото. Если опустить тенденцию четвертого мира до самой нижней, то здесь появится его темный дух. После его убийства я уже понизил на 45% тенденцию этого мира, поэтому если теперь обратно вернуться в мир 4.1, то можно увидеть, что тенденция мира с чистой белой стала нейтральная. И теперь можно, используя камни бесплотных глаз, к сожалению, у меня их все с собой только два, остальные я выложил на склад, умирать в физической форме и понижать эту тенденцию снова и снова. Единственное, что надо помнить, это то, что нужно вернуться в Nexus, чтобы тенденция зафиксировалась. Сейчас я могу умереть только два раза в физической форме. По-моему, чтобы с нейтральной тенденцией снизить ее до чисто темной, нужно умереть 4 раза. Давайте на всякий случай возьмем 4 камня. Как только тенденция мира понизится до самой темной, здесь появится темный дух. Можете видеть... Чем тенденция темнее, тем противники становятся сложнее. И дополнительно появляются еще противники. Блин, а зачем я сейчас умер? Я же не использовал камень бесплотных глаз.
Я уже не убиваю скелетов с одного удара. Но есть и плюсы. Увеличивается дроп полезных вещей, а также увеличивается количество получаемых с противников душ. А это, в свою очередь, увеличивает скорость фарма. Нет, нужно еще один разок. Как я и говорил, с нейтральной нужно умереть 4 раза. Эй! Можно умереть, конечно, и от скелетов. И теперь нужно приготовиться к жесткому бою. Можно, конечно, также применить и огненный шторм. Вот он нас заметил. Как можете видеть, одним ударом он сносит нам практически всю жизнь. Да, очень злой NPC. Также у него огромное количество здоровья. На самом деле убивать его сейчас абсолютно не обязательно. Просто если вам нужен какой-то челлендж, вы можете попытаться его убить. В прошлый раз забыл забрать свой душ. Подумаешь, на 10 тысяч больше, на 10 тысяч меньше. Оу, размен. Окей. У меня тоже есть трава. Кстати, лучше съесть сразу две, потому что этого не хватит. Сейчас он будет пытаться лечиться, надо ему не давать этого сделать. Не давать ему спуску. Стой! Есть. И награда за все это. Предмет, который я не могу унести. Давайте выложим камни в хранилище. У меня их очень много накопилось. Безэффектная! Ё-моё, по сути бесполезный файт. У нас уже такая катана была. И убийство темного духа Сацуки оказалось для меня не только бесполезной, но и вредной затеей. Дело в том, что убив его темный дух, я опять обелил четвертый мир. И теперь, чтобы добыть вторую монету в четвертом мире, мне опять 3 раза придется умереть в человеческой оболочке. Перед этим опять делаем расход и мир. Только так мы сможем найти монету. Все опять перевернулось. И идем на ритуальную тропу. Проделываем трюк с 3 самоубийствами. Вот так вот лишний раз я потратил 3 камня эфемерный глаз. И для того, чтобы тенденция применилась, кстати, не обязательно ходить в Nexus, достаточно просто перегрузить локацию. И мы видим, что у нас тенденция опять стала чисто черная. Первым делом заберем монету. Она здесь неподалеку. Достаточно просто пробежать.
Что самое интересное, тело с волшебным мечом Макото опять лежит наверху. И это очень странно. Ну да ладно. Монета, по идее, должна лежать вот в этом ящике. И можно сказать, что мы закончили с этим миром. Единственное, что еще можно в нем сделать, это показать вам первобытного демона. Появляется он тоже при чисто черной тенденции. Он находится здесь тоже неподалеку. Все-таки, скорее всего, придется убить жнеца. Не всегда получается попасть из-за алтаря по нему огненным штормом. Теперь нам нужно пройти в одно место, там мы уже были, за иллюзорную стену. Так. Блин, как же непривычно, что все с другой стороны. Так, где она тут была-то? А, все, у меня уже крыша едет. Блин, все наоборот. Подниматься здесь. Вот это иллюзорная стена. Здесь нас поджидает скелетон. Будьте осторожны. На чисто черной тенденции он очень опасен. Оу, блин, твою мать! Не хватило маны. Да ты издеваешься? Надо было взять заклинание щит. Ну нет, не хочу больше умирать. Ну нет. Блин, я уже сбился со счету. Какая-то третья. Или четвертая попытка. Там еще и скаты мешают. Фу, ну наконец-то. О, 26 тысяч душ. Ужас какой. Так. Давайте лучше оденем кольцо вора. Чтобы хотя бы скаты нас не донимали. И вон он, наш красавец. Я даже не хочу убивать эту ящерку. Давайте разглядим его со всех сторон. И это у нас первобытный демон. Вот такое вот неприятное создание. Кстати, подобного монстра мы могли наблюдать в Dark Souls 1, в Чумном городе. Но, во всяком случае, он безвреден. Если его убить, убивается он очень просто, то он даст бесцветную душу демона. Такую, кстати, душу мы уже находили
Душа первобытного демона удивительно истощенная в сравнении с другими. Поглотите ее, чтобы получить много душ. Души некоторых демонов можно преобразовать в магию, чеса или оружие. Да, кстати, три таких души можно, по-моему, преобразовать в одно из чудес. Поэтому нужно убить хотя бы еще одного. Кстати, убив такого демона, мы повышаем тенденцию этого мира на 3. Ну или на 45%, кому как угодно. И больше нам здесь делать нечего. Ой, блин, что я сделаю?